термонакладки фирмы Philips Avent. Эти накладки будут очень полезны мамам, кормящим грудью, так как они стимулируют выработку молока. Сделаны они из силикона, который является безопасным для здоровья, а внутри специальный гель. Этот гель можно как нагревать, так и охлаждать. В теплом состоянии он будет способствовать выработке молока. Чтобы нагреть, достаточно положить в горячую воду или держать на батарее. В охлажденном состоянии эти накладки успокаивают болезненные ощущения, какие-то неприятные ощущения груди. Достаточно они большие. По размеру примерно 10 на 8 сантиметров. В ассортименте есть круглые формы и прямоугольные. Прямоугольные побольше и, на мой взгляд, поудобнее в использовании.